Мошенники в вопросе выманивания денег способны побить все рекорды. Сейчас оперативники разыскивают афериста, который 6 раз обманул жителя Тулуна при покупке автомобиля. 47-летний мужчина увидел объявление о продаже машины на одном из интернет-сайтов. Далее он связался с продавцом, который попросил предоплату, обещая убрать объявление с публикации. Ну а дальше стандартная схема. Потерпевший переслал одну сумму, его попросили в 5 раз больше, затем еще. В общей сложности причиненный несостоявшемуся автомобилисту ущерб составил более 300 тысяч рублей. А когда покупатель поехал в Красноярск за машиной, оказалось, что указанного адреса не существует, как и машины, а продавец перестал выходить на связь. Полицейские призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи в интернете и по телефону. Ну, мне так показалось, что он сказал 5 тысяч, наоборот, сказал, скинь 5 тысяч. Я ему перевел 5 тысяч. Он потом мне звонит, я же тебе говорил 25 тысяч, давай мне еще 20 тысяч. Все, я ему кинул 20 тысяч, он звонит, я же тебе говорил 120 тысяч. Кидай еще сотку. И потом мне уже на вокзале, вот тут, да, перед поездом, еще нужна твоя помощь. Перекинь мне 60 тысяч. Типа, я тебе вечером назад их кину. Я ему кинул 60 тысяч, потом еще 20. И все, на этом он пропал.